Is it yes, both? Yes, it is. It's both. Go on, get your arm in. Have a go, love. Ah! Oh. The boiler? Really, really deep, actually. Zlatko, Zlatko. Wait a minute. Come on. Get out. I'm trying. Come on, darling. Get out. Значит, на этом канале трансляция в аналоговом формате прекращена. И вам необходимо настроить сначала пару слов о том, что же такое цифровое телевидение. Цифровое телевидение – это 20 рания без помех и ряби. Это телевидение, одинаково доступное для всех жителей страны. Между прочим, раньше у многих стабильно работало только 1-2 канала. Итак, как настроить ваш телевизор, чтобы он принимал цифровой сигнал? Для начала необходимо разобраться с антенной. Посмотрите, куда ведет кабель, идущий из антенного разъема вашего телевизора. Если он уходит в стену, то, скорее всего, у вас кабельное телевидение, за которое вы вносите ежемесячную абонентскую плату. В этом случае необходимо обратиться к поставщику услуг кабельного телевидения. Выясните, почему у вас пропала трансляция. Все кабельные операторы обязаны транслировать 20 федеральных телеканалов, поэтому на основании вашего договора они должны восстановить вам доступ к ним. Впрочем, цифровое телевидение. Для этого достаточно один раз настроить телевизор и приобрести необходимое приемное оборудование. Вы получите 20 бесплатных цифровых телеканалов и больше никогда не будете платить абонентскую плату. Если вы житель многоквартирного дома, то лучшее решение – это установка коллективной антенны на подъезд. Она позволит всем жителям смотреть 20 бесплатных каналов и не тратить лишние средства на индивидуальные антенны. Коллективная антенна является собственной.